Более 100 человек сегодня несли цветы, мягкие игрушки и зажигали свечи на берегу Волги в районе спуска лейтенанта Шмидта. На том самом месте, где накануне полицейские обнаружили тела погибших девочек 16-летних Алены Косаревой и Елизаветы Васиной. Водители, проезжавшие по Новосадовой на пересечении с лейтенанта Шмидта, притормаживали, включали аварийку, также в знак памяти о страшной трагедии. Акцию организовали через социальные сети. Откликнулось много людей, знакомые, друзья, волонтеры, которые помогли полиции в поисках девушек и все те, кого эта история не оставила равнодушными. Напомним, школьницы пропали в ночь 23 на 24 июля. Их искали 2 недели, а нашли вчера 2 тела. В кустах недалеко от воды. В убийстве подозревают 24-летнего жителя Самары. Вопрос о его аресте решится в пятницу в суде Самарского района. Сюда пришел почтить память девчонок, которые просто были зверски, просто какой-то страшный случай. Вот. Очень плохо то, что в нашем городе это все происходит, да и в стране в целом, что люди... Я не знаю, просто теряет свой человеческий облик. Мы также участвовали, помогали в поисках, клеили листовки. У меня ребенок еще больше, и сын, и просто я вообще в голове у нас не укладывается. Мы также сидели в интернете, переживали, думали, все-таки надежда умирает последней. Такая огласка, не только, я думаю, в городе Самара, там, по всей России как бы переживали, там, да, все участвовали, то есть как-то кто как мог помогал, там, из других городов. Естественно, это... Как бы не хочется говорить, что урок, но я думаю, будут люди более внимательны.